до тех пор, пока не придет повеление Аллаха, он будет находиться верхом на своем коне. И это великая честь, которую Аллах тебе оказал. И не робей, ведь воистину Аллах Всевышний с нами. И если кажется тебе сегодня, что положение трудное, то знай, что каждый раз за ночью приходит день. И чем сильнее ночь, тем ближе время рассвета. И Аллах Всевышний удивляется отчаянию своих рабов, смеется отчаянию своих рабов, зная близость перемен. И знай, что не перестанет существовать победоносная община на этой земле до тех пор, пока не придет повеление Аллаха. И чем тяжелее положение, в котором ты находишься, тем ближе помощь от Аллаха и победа.